Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto G71 включить ночной режим. Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Ночная подсветка». Тыкаем по ней раз, можем переключать данный режим. Удержав на ней палец, можем открыть некоторые настройки. Например, можем добавить для него расписание. Можем добавить выбранное время, можем добавить от заката до рассвета. И также можем изменять интенсивность данного режима. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.